Дрогодар. Скальд свое уже спел. Отрик. Холера, такой молодой парень. Молодой Лугас. Медведи застали его врасплох. Он ничего не успел сделать. Огонь пожрет их дома. Позор! Ничего подобного не было со времен Красной Тризны. Даже тогда меньше людей погибло. Ни одного сына ярла. Если окажется, что это Крат, я сверну ему шею. Если окажется, что Модрен Фрейя, пусть море поглотит предателей. Пусть огонь пожрет их дома. Море поглотит предателей. Нашли на них чуму. Пусть Фрейя, мать наша, сделай так, чтобы море поглотило предателей. Фрейя, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керес говорила... Дай рог. Я знаю этот запах. Мардрё. Керес не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да. Особенно в тех, которые влияют на разум. Успокаивают. Вызывают сон без сновидений. Удальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой. Потом маковым молоком. Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто. Но он понемногу отвыкнет. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да, но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Воины, которые ели мардрём, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды знаю. Но легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Мардрём? Не встречал этого названия. На Большой Земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, крестьяне едят их, чтобы притупить боль. Удальрик тоже их пробовал, но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видения, кошмары. Ну да, это последнее, чего Удальрику не хватало. Спасибо за помощь. Кровь и мардрём. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева, а возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале, при стольких свидетелях. Ты прав. Я помогала готовить пир, я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на Краха? Или друг на друга. В лучших традициях Скеллиге. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед, и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось.
Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное, а не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив, но не глуп. Яды мы храним на той стороне погреба, внизу. Идем, я покажу. Ой, ну и вонь! Это водка? Махакамский спирт. Кто-то испортил несколько бочек. Хорошо, что у отца сейчас другие печали. Я рядом. Какое облегчение. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как остальные. Что за... Ах, сука. Спирт! За бочками. Но они тяжелые, мы их не сдвинем. Я не собираюсь их двигать. Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Этот проход тайный? Скорее, им редко пользовались. Когда мы с Хьялмаром были маленькими, мы играли здесь. Помню однажды... старые времена. Это место силы. Отсюда изливается магия. Дай мне только добраться до этого пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть.
кто-то вляпался в разлитый мед. Прекрасные четкие следы, лики от меда. След обрывается. Наверное, еще другие следы провалились, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани. Нет, не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Бери коня, мы догоним его. Арнвальд! Стой, дьявол! Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Давай, плотва! Вот зараза, он быстрый! Ха! Мы его взяли! Говори, почему ты их предал. Или я закончу то, что начал. Анкрай, ты не должны сидеть на троне Скеллиге. Я знаю вас лучше остальных. Порывистые, безответственные. Скеллиге нужна стабильность. Сильный король, а не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов. Интересно. Никогда не слышала от тебя таких речей. Но я знаю, кто об этом только и говорит. Это Бирна Бран, да? Не умеешь ты врать, Арнвальд. Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род. Если бы у нее получилось, Сванриги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге. У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить. Арнвальд, помоги нам, и я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почетную смерть. У меня есть ее письма. Она писала, как отравить мед. Но там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно, надо поторопиться. Пора созывать ярлов. Я созвал совет ярлов по твоему требованию, Керис. Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэр-Трольде. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна Бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэр-Трольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить меня.
А когда Керис и Ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнольд служил в Каэртрольде, сколько я себя помню. Как верный пес. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керис. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи. Остается одно. Кольгер, Лугас, пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет род Анкрайтов. Вы совершаете большую ошибку. Молчи, бродяга! Стойте! Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керис. Вы не поверили ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Эта резня — дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Сванрике, я сделала это для тебя. Только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки. Я знал, что Бирна стремилась к власти, но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого падет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Не откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Я так и думал. Ну, пойдем.
Я знаю, не все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Керис! 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 Я бы здесь не был, если бы не ты. Ну и какие планы у новой королевы Скеллиге? Слушать, учиться и еще раз слушать. А там посмотрим. Хороший план. Надо объединить клан. Я бы постаралась избежать войны, но если на нас действительно готовится напасть Нильфгард, придется дать ему отпор общими силами. Сговориться с людьми из Друмонда будет непросто. Я видел Лугаса на коронации, он был взбешен. Это еще мягко сказано. Наши роды всегда были в ссоре. Но я попытаюсь с ним поговорить. Я что-нибудь придумаю. Держу за тебя кулаки. Будь здорова. Как настроение? Так себе. В конце концов, меня же баба победила. Непростая баба. Это верно. Если уж бабе суждено было меня победить, хорошо, что ей оказалась Керис. Признайся, ты же гордишься ей? Ну, хоть немного. Ну, немного, конечно, горжусь. В конце концов, мы одной крови. Только ей не говори, а то начнет еще нос задирать. Самое важное, что мы показали этому Лугасу. Видал, как он взъелся? Видал. Неужели это для него такое унижение? Наши кланы — вечные враги. Так уж повелось. Бывай. Вижу, тебя прямо распирает от гордости. Ты не представляешь. Скажи мне, разве какой-нибудь ярл может похвастаться такими детьми? Жаль, только их мать этого не увидит. Керис будет хорошей королевой. Может, она наконец помирит кланы? Хорошо бы. А если нет, у нее всегда есть я и Кьялма. Если будет нужда, мы поднимем за нее оружие.